Обо всем более подробно. Две съемные комнаты в ветхом доме, холод и сырость. Вот с чем осталась семья Санкевич. Вот уже 2 года мать-одиночка Татьяна и ее дочь Екатерина живут без собственной крыши над головой. Все беды начались после того, как спустя 17 лет объявился наследник хозяина квартиры, которую семье выдали городские власти. В проблеме разбиралась Асель Сазанбаева. И пытаются на нас еще перевалить вину, то, что якобы мы не сделали приватизацию, хотя не в приватизации дело. У нас же не акимат забирал квартиру, а забирали другие люди. А когда акимат дал договор найма, он должен был сделать юридическую чистку. А потому что кто-то забыл, по чьей-то халатности мы с мамой остались на улице. Спорную квартиру отцу Екатерины Санкевич выдали городские власти еще в 1998 году. Спустя 17 лет выяснилось, что имеется наследник владельца, а сама квартира находится в частной собственности. Еще в далеком 1998 году чиновники не соизволили произвести юридическую очистку недвижимости. Мои родители взяли в акимате двухкомнатную квартиру, брошенную, разбитую. Мама с папой ее полностью восстановили. Акимат нам сначала дал в 1998 временный договор до 2000 года, после в 2004 уже дали нам постоянный договор. Когда нам дали договор найма, акимат не сделал юридическую очистку квартиры, чтобы впоследствии никто не вернулся, хозяева старые не претендовали. Через 16 лет объявились хозяева старые, забрали у нас квартиру, выселили нас, не посмотрели то, что мама одна меня воспитывала, что я была инвалид детства, нас выселили. 3 мая 2015 года семью выселили из квартиры без предоставления другого жилья. Судебные приставы дали лишь 2 часа, чтобы вынести вещи. Приехали судебные приставы, довели до истерики. Сам наследник снимал на камеру, была такая ситуация, свидетели и соседи. То есть, когда они нас выгоняли, мы просили хотя бы в одну комнату все вещи сложить, чтобы потом приехать забрать, потому что нам некуда было идти. Они отказались. Сегодня мать с дочерью живут в 2 съемных комнатах в неустроенном доме. Зимой здесь невыносимо холодно, а сырость круглый год. Екатерина всячески пытается помочь матери. Выучилась на стилиста-парикмахера, сегодня подрабатывает. Татьяна Санкевич утверждает, что согласно указу президента, граждане, прожившие в квартире 10 лет, становятся владельцами недвижимости. Не знаю, как первый суд мы районный выиграли, областной и республиканский уже как бы выиграли они. Ну там не учиталось то, что как бы что Назарбаева указ есть. Это ни на областном суде, ни на республиканском это не учитывалось. У нас вот районы мы выиграли, судья Демидова, она прям объяснила, что квартира должна остаться за нами. Что мы восстановили ее, мы все сделали, долгов у нас не было, мы все платили. По коммунальным услугам к нам претензий вообще, акимат вообще к нам претензий никаких не было. У нас все, что положено было, мы сделали ремонт полностью, все, восстановили квартиру. Не учла Татьяна Санкевич одно. Чтобы стать владельцем жилья, необходимо было подать соответствующие документы. Так говорят в акимате. Также в городской администрации заявили, что квартиру выделяли 19 лет назад. Так что виновных сейчас не найдешь. Сегодня семья стоит в очереди на социальное жилье. И на сегодняшний день Санкевич Татьяна Сергеевна состоит у нас на учете нуждающихся жилье из государственного жилищного фонда. У нее номер очереди более 4000. Соответственно, она получит свое жилье согласно своей очередности. Однако мы Санкевичу Татьяну Сергеевну рекомендуем принять участие в программе Нурлы Жер, программе развития региона до 2020 года, которая у нас действует в Республике Казахстан. И она имеет право получить по данному направлению программы. Она говорит, что у них нет таких средств, чтобы ежемесячно выплачивать более 100 тысяч. Ну, смотрите, даже из госфонда, когда они получат, они также будут платить аренду. А тут они будут платить аренду и будут выкупать данное жилье. Это будет переходить в их собственность. В настоящее время у нас все, кто состоит на учете и нуждается в жилье, они все участвуют по программе и получают жилье по программе. Стоит отметить, что подобных случаев много. Где-то чиновники оплошали, где-то имеет место мошенничество. Но в большинстве случаев горожане становятся жертвами собственной невнимательности и юридической безграмотности. Асель Сазанбаева, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.